Если узнаю, пощады не жди. Гилдефорд, город пахарей и зернохранилищ. Уба где-то рядом. Все готово? В этом городе пахарей и пастухов многовато воинов. Судя по одеждам, один из них Тен. С ним опасные люди. Ушли в длинный дом. Попробуем сжечь зернохранилище, не привлекая внимания Тена. Ха! Шутишь, что ли? В бой! Я уже давно не встречал среди саксов приличных воинов. Thank you.
Прячешься. Уже все? А я даже вспотеть не успел. Попотеешь в Порчестере, там Сакс отхватали. Ловлю на слове. Встретимся в лагере.
Эйда! Stay.
тебе! Очень интересно. Сума, что здесь происходит? Разбойники набивают карманы, пользуясь беспорядком в Суссексе. Один к нам нынче благосклонен. Давай сожжем этот город дотла. Фулки больше не получат оружие. Мы можем напасть, но использовать огненные стрелы безопаснее. Подожжем их издали. Пусть бегут, как крысы. Разумно. Я с тобой согласна. Лучники, по местам! Готовься, Эйвер! Они нападут, увидев нас! Нужно защитить людей! Я не пропущу врага! Подведи, Сома! Ну нет! Тролль охвачен пламенем. Скоро он станет пеплом. Лучники, можете возвращаться в лагерь. Кузницы уничтожены. Теперь ковать оружие негде. Славный был бой, Эйвор. Мы вернемся в лагерь и будем ждать твоих указаний.
за этими каменными стенами нас ждет лес мечей. Нужно поговорить с Басимом. Он где-то здесь. Ты
С той стороны. Что ты узнал? В Бригварте много воинов, на реке корабли. Всеми командует два лучших человека Фулке. С одним прихвостнем Фулке уже покончено. Надо покончить со вторым, а потом и с кораблями на реке. Да, без командиров и кораблей саксы будут бесполезны.
С одним расправились. Второй должен быть у кораблей. Уже иду. В лагере. Сказать, Гризельда, чем больше ты хнычешь, тем больше мне хочется, чтобы Амлонг наконец забрал тебя. Стоит женщине с тобой не согласиться, ты сразу за свое. Утопите ее в реке. Твоя мать сбежала в Солонеж с дядей Эквилом. Да нет у меня такого дяди. Спасибо тебе. Эй, незнакомец, помоги его образумить, а? Это твоя дочь? Зачем ты ее связал? Чтобы она не сбежала. Ох уж эти глупые чужеземцы. Отец думает, что злобное чудище Афлунг ужасный причина наводнений. И хочет принести меня в жертву. Не думаю, а знаю. Годфри видел его однажды. Ты бросишь дочь в озеро в надежде, что чудище примет это подношение? Да она просто утонет. Ты меня просто идиотом хочешь выставить. Глянь, вон же он, у самой поверхности. Ты не видишь его жутких плавников? Лучше беги отсюда. Твой отец безумен. Спасибо. Но пока я не докажу, что это чудище лишь коряга... Меня все равно утопят. Чудище, говорит. Да, что-то здесь нечисто. Захвачу что-нибудь. Это убедит их не приносить девушку в жертву Афлунгу. Ну что? Это просто коряга? Ваше чудище — обломки корабля. Что?
Но ведь любой дурак, кто сплавал бы туда, это понял. Это не про тебя. Я говорил! Говорил, что там ничего нет, но он не слушал. Заткнись, болван. Он говорил, что ты его постоянно пилишь. Ругаешь, что он пьет, ничего не делает. Отец, ты знал? Знал, что там ничего нет? Ты просто хотел от меня избавиться? Ты такая же, как твоя мать. Все вам с ней не так. Мне надоело это слушать. Такие козни из-за такого пустяка. Тебе нет прощения. Ты хотел меня убить. Я могу отомстить. Скажи, как его наказать, я все сделаю. Спасибо. Отец, прочь из моего дома и моей жизни. Из-за тебя я стала сиротой. Ты еще вернешься, заплатишь за свои преступления. Идем, Гризельда. Я буду тебя защищать. Прощай, Гризельда. Живи, не боясь отца.
Фентон, я не пойду за тобой в этот лес! Ты куча паршивой шерсти! Сос из Дафила Минда Чипара. Помогите кто-нибудь! Кажется, он убежал куда-то на север! Фентон! Фентон! Если я ничего не сделаю, его Это ты, Фентон? Тебя зовет хозяин. Может, он придет, если посвистеть? Действует. Баран идет на мой свист. Давай, отведу тебя домой. Ты же хочешь домой, да? Хорошо, что я проходил мимо. Я тоже не люблю волков. Вот ты где, Фентон! Это был твой последний побег, ходячая ты... Стой смирно, мерзавец! Я столько трудился, а ты его просто убил? Я-то не могу себе позволить забить барана на обед. Но так приказал Элдермен. Я должен подчиниться. Хотя, сказать по правде, я давненько хотел зарезать эту тварь. Фентон был той еще занозой в заднице. Ты мне очень помог, незнакомец. Возьми вот кусок мяса. Элдермен не заметит. Что ж, поем барашка на ужин. Прощай. Нужно быть осторожнее.
один там, чьи руки в крови. Бог тебя накажет. Топчет цветы в моем лесу. Я вижу твою грязную душу. Тебе не скрыться от его глаз. Вход в гробницу открыт. Кажется, она стала кому-то домом. Жилы, зубы, ногти. Люди, сломанные, будто ветки. Мне до сих пор снятся их мертвые глаза. Я всех похоронил. Друзей, товарищей. Ты помнишь Чертсийское аббатство? И кровавый грех, что там свершился? Мне до сих пор снятся их мертвые глаза. Я всех похоронил. Друзей, товарищей. Ты безумец! Аббатство в Челси было святым местом! Вы осквернили его! Сколько людей! И все из-за мести. Покойся с миром. Значит, где этот монах вершил свою ужасную месть?
жертвы монаха. Больше он не убьет ни одного норвежца.
Грозит опасность. Кто здесь? Мы духи этого болота. Оставь здесь все, что у тебя есть, или заплутаешь навеки. Духи? Это мы еще посмотрим. Сюнин, укажи путь. Парни, нас нашли. Не дергайтесь, ладно? А вот и загадочные духи. Значит, вы тут пугаете путников, чтобы те сами отдавали вам ценности? Верно. Мы люди мирные. И мухи не обидим. Вы просто грабители. Лишь поневоле. Мы трое остались без крова и хлеба, когда твои сородичи... сожгли нашу деревню. Выкручиваемся, как умеем, чтобы не помереть с голоду. Но раз ты знаешь наш секрет, можешь помочь? Помочь? Дать пару советов. Что нам пригодится? Как лучше уподобиться духам? Почему бы вам не повесить куклы из костей? Любой испугается, увидев такое в тумане. Хорошая мысль. Так и поступим. Вот.
Ты заслуживаешь награду за помощь. Спасибо. Что? Кто умеет делать куклы из костей? Может, сплетем из прутьев? Это нам и нужно, дурак! Ловушка. Проклятье!
Часто истинный миг-то идет границ.